Всем привет, мои хорошие, с вами Кеймли, и сегодня мы с вами будем кушать вот такой вот прекрасный салат, который подойдет просто украшением романтического ужина. Здесь даже имеются свечки, и там горит огонь, который будет между вами, этот огонь, понимаете? Ссылочка на этот салат будет внизу, обязательно готовьте своему любимому, а я буду его есть в гордом одиночестве. Хотя нет, я не одна. У меня есть свой. Девушка, у которой есть аудитория 150 тысяч человек, она не может быть одна просто. Я извиняюсь, я уберу эти укропчики. Обожаю запах укропа, но сам укроп я не очень люблю. Чеснока здесь прям смачно. Ой, как от меня пахнуть будет. Только бы никто не пришел увидеться. Сочетание продуктов просто идеальное, очень вкусно. Ссылочка внизу, обязательно готовьте, потому что, мне кажется, интересная задумка, все-таки необычная. А то мы привыкли. Шуба оливье. Шуба оливье. Винегрет. Я вообще очень люблю винегрет. Я не знаю, почему мы с мамой его не готовим. Надо как-то мукбанг снять. Я знаю, что многие не любят винегрет. Я тащусь. В первый раз мы приготовили винегрет, когда учились еще в школе. У нас был такой предмет, как труд. Очень интересный был предмет. Сначала нас учили там шить, вышивать, все дела. И самое главное, на этом предмете нас слышали. У нас была потрясающая просто учительница. Царство ей небесное, она умерла. Реально, когда я слышу, что какая-то из моих учительниц умерла, становится так грустно реально, как будто очень близкий твой человек умер. Моя учительница по географии, к которой я ходила, она вот как раз таки умерла. А когда я узнала эту новость, мне стало так фигово. Поэтому любите, уважайте своих учителей. Даже если в какой-то степени где-то, например, они несправедливы к вам. Меня, например, раздражала учительница по математике, которая вечно задавала дофига домой. И очень нравилась учительница по английскому, потому что она ничего никогда не задает. Но теперь... Когда я при поступлении в универ по математике написала максимальное, почти максимальное количество правильных, а по английскому не написала ровным счетом ничего, теперь я понимаю, что я не была не права. Многие вещи... Ты взрослеешь и начинаешь думать абсолютно по-другому. Например, я училась в Кэрб университете. И этот университет дает все возможности для того, чтобы ты реально стал грамотным специалистом. Например,
Нам из-за границы привезли учителя. Его звали Эммануэль. И он ни слова не знал. Ни по-азербайджански, ни по-русски. То есть на его уроке, даже чтобы зайти в аудиторию, ты должен был сказать «May I come in?», например. А раньше я даже не знала про это. И получается, я хочу зайти, он говорит «What happened?». Я такая выходила, гуглила, заходила, говорила «Можно я войду?». И он такой «Да, конечно. Окей, sit down, please». И хочешь... Не хочешь? Ты так интересно изучал. Английский язык. Но нам казалось, блин, вот они специально это делают, чтобы нас срезать. Нет, они просто хотели, чтобы мы хорошо выучили английский. У нас проходили уроки, например, чисто на английском языке. А в аудитории сидят русский сектор, азербайджанский и английский. Кайф английского сектора заключался в том, что они знали английский, русский, азербайджанский в совершенстве все три языка. И на каком бы языке нам ни говорили, ни преподавали, они понимали. А универ нам говорил, извините, вы должны владеть тремя языками в совершенстве. Вы знаете, мы бы вставали, говорили, о нет, мы не хотим. Дайте нам учителя, который знает по-русски или по-азербайджански хотя бы. А сейчас я понимаю, какие же мы придурки были. Сейчас люди платят огромные деньги, чтобы им преподавал этот язык носитель этого языка. Понимаете, в чем прикол? А нам бесплатно. Не то, что бесплатно, мы платили за год обучения, и нам предоставляли такие возможности. Так что я благодарна своему универу за все эти моменты. Хороший универ. У меня нету каких-то негативных моментов, связанных с универом. То есть я когда прохожу мимо него, у меня сразу улыбка на лице. И это очень здорово. Например, когда я прохожу мимо своей школы, у меня нету такой улыбки. Вот мимо универа сразу появляется. Но несмотря на все хорошие моменты и школы, и универа, я просто рада, что все это закончилось. Как бы это плохо не звучало. Когда я заканчивала универ, нет, особенно школу, все говорили, вы так будете скучать по школьным временам, чего вы радуетесь. У учителей на глазах там слезы наворачиваются. Прошло уже сколько? 5 лет назад я закончила школу. Я ничуть не жалею. Закончилась, и слава богу. То есть нету такого, что я прям сижу, скучаю по школе, и никогда не было. Я в глубине души всегда знала, что я не буду скучать. Все-таки работать это гораздо интереснее, чем учиться, если честно. Ну, по мне. Например, в работе это как какая-то игра, как GTA San Andreas. Ну, у меня такая работа. То есть ты выполняешь какие-то миссии, за это ты получаешь money.
Но в школе ты изучаешь предметы, которые тебе не интересны, и, возможно, даже в дальнейшем тебе они вообще не понадобятся. Но ты вынужден их изучать. Зачем? Например, зачем мне тригонометрия, если я хочу стать, например, да, врачом? Лучше я углубленно буду изучать, например, биологию. И на мой взгляд, я, конечно, не спец в сфере образования, но мне кажется, было бы очень полезно, если бы детей бы уже после 9 класса делили по категориям на группы, куда они хотят поступать. Например, ты хочешь поступать в мед, ты будешь углубленно изучать, например, медицину, биологию, все предметы, которые связаны с поступлением в медицинский. Вот зачем девочке, которая идет на стоматолога, к примеру, обществознание, ну зачем? Обществознание очень нужно в экономике, когда поступаешь в экономический, вот тогда да. А то, что куча ненужных предметов, все подряд учить. Это то же самое, что, например, я иду на курсы маникюра, хочу научиться и делать покрытие гель-лак, на этом зарабатывать деньги, ну, как профессия. И параллельно меня учат монтировать видео. И я такая, зачем мне это нужно? Ну, тоже понадобится. А зачем понадобится? Так, для общего развития. Вот что-то такое. Ну, это так, чисто по мне. Может, вы считаете иначе. Я понимаю, там, например, до 7 класса изучать там географию, историю. Но потом, зачем? Лучше уже этот предмет углубленно они будут изучать лучше. Вот тогда было бы круто. Самое главное, было бы интересно. Было очень вкусно. Прямо обалдеть. Я просто решила не просто салатик поесть, а еще и макароны. Я люблю макароны, особенно с майонезом. И рядом там какая-то сосисочка пожаренная. Это прям кайф, любовь. В общем, ребята, на этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Пока.